В новых микрорайонах Усть-Каменогорска ведется активное строительство многоквартирных и одноэтажных жилых домов. Аким города Жаксылык Омар с рабочим визитом посетил строящиеся объекты. В областном центре ведется строительство многоквартирных жилых домов по проспекту Сатпаева. В новом микрорайоне из 32 домов в эксплуатацию введено 5. Продолжается строительство 12 домов. Сейчас мы в данный момент смотрим два дома, это 88-я позиция и 87-я позиция. Это два дома, которые мы будем реализовать через Отпасбанк. Через Отпасбанк покупает именно это льготное кредитование, покупает многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов и дети-сироты. В рамках объезда глава города уделил пристальное внимание срокам реализации и качеству строящихся объектов. Поэтому мы должны смотреть за качеством, чтобы построить в хорошем качестве, чтобы в дальнейшем у нас не было никаких проблем. Мы знаем, есть яркие примеры, когда вот 5 лет, 7 лет, 8 лет, 10 лет назад построили, по 7 лет несколько домов, до сих пор имеем проблемы. Поэтому вот это мы не должны повторять. Поэтому и технадзоры, и специалисты, и со стороны отдела строительства мы должны вести очень жесточайший контроль, чтобы качество было хорошее. В 28-м микрорайоне продолжается строительство жилья по программе «Одноэтажный Восток». В рамках реализации проекта ведется строительство 15 двухквартирных домов. Уютные просторные дома выполнены в едином архитектурном стиле. Данный район индивидуального жилищного строительства обеспечен сетями инженерной коммуникации, внутриквартальными проездами. Помимо жилья, план микрорайона сразу учитывает и социальную инфраструктуру. Предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 300 мест, детского сада, а также обустройство детских и спортивных площадок. Алия Симбинова, Ардана Серик, Казатимур, Отчиски, Алтай, Акпарат.